Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами я, Галина Топилина. Мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют многих и могут коснуться каждого. Тема сегодняшней передачи – начало учебного года. В школу пошли дети, но эта передача посвящена родителям. 1 сентября – единственный день, когда родители идут в школу с улыбкой. В этой шутке, как это обычно бывает, слишком много правды. По статистике, с началом учебного года каждая вторая семья сталкивается с психологическими проблемами у детей. Смена режима, образа жизни, адаптация в новом коллективе – все это стресс для ребенка. Что нужно знать родителям каждого школьника? Как распознать признаки тревоги у детей? Об этом и не только узнаем у эксперта в нашей студии. Сегодня у нас в гостях психолог, специалист по родительско-детским отношениям, системный расстановщик Мария Серебрякова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Но прежде чем мы начнем беседу, давайте послушаем, что говорят родители школьников, что их беспокоит в начале учебного года. Конечно же, придется кардинально перестраивать свой образ жизни, подстраиваться под ребенка, возить в школу, встречать, делать уроки, рано вставать, рано ложиться. Да, конечно же, все изменилось. Плюс смена времен года с лета на осень. Конечно, небольшой стресс может быть, но это нормально для каждого человека. И подрастающего, к этому моменту мы все подготовлены, преподаватели, они прекрасно понимают и знают, что с детьми может быть и как лучше с ними, обращаться в этот момент. Никаких тревог у меня нет, у меня только восторг, только позитив. Мнения на этот счет с мамочками разделились. Кто-то со страхом относился, это начинается, какая-то паника, суета вокруг этого существует, то, что это очень сложно, надо как-то перестраиваться, другой режим, и кто-то воспринимает с тревогой. Но у нас же это уже отработано, мы 11 лет этим занимаемся. Нет никаких проблем, да? У вас тоже никаких проблем? Только режим перестроить, настроиться. Но дети уже взрослые, они уже без нас справляются с этим. Однозначно не надо, конечно, ругаться, кричать и оказывать какое-то давление. То есть, наверное, в первую очередь, какой-то собственный пример. То есть, когда ребенок видит, что родители рано утром встают, какой-то у них режим и так далее. То есть, как очень сложно говорить ребенку, что нужно что-то делать, если ты не делаешь этого сам. У нас ребенок в этом году ответственно подошел к этому процессу, себя уже все лето готовило к тому, что у нее 11 класс и год сложный, поэтому, чтобы не было этих переходов. Немного грусти есть, конечно. После лета, после свободы, снова строгое расписание, ранние подъемы. Немножко это было. Для детей это очень ответственно, очень волнительно, очень нервно. И очень важно, чтобы все окружающие поддерживали детей и, не нагнетая обстановки, говорили, что у них все получится. Наверное, первые две недели – это в любом случае вопрос вхождения в учебу. Поэтому хотелось бы, чтобы учителя тоже с пониманием относились к этому. Но к детям с детей это совершенно не снимает ответственности. Мария, любые перемены вызывают стресс. Даже взрослые со сменой сезона ощущают на себе какое-то воздействие, перепады настроения, это обостряются какие-то заболевания. Что же происходит с детьми в этот период? Я бы не говорила здесь, не разделяла детей и взрослых. Действительно, наша человеческая природа, она просто неотделима от солнечных циклов. И, конечно, конец лета мы переживаем совсем не так, как конец зимы. В конце зимы у нас как будто бы мы предвкушаем, что все лучше еще впереди. А сейчас мы понимаем, что природа и солнце, солнечный цикл, он идет на спад. День становится короче. Мы знаем, что впереди холода, серость, дожди. И мы это чувствуем. Поэтому, конечно же, это все усугубляется тем, что 1 сентября у нас связано с началом нового учебного года. Это правда, как вы и сказали, смена режима, новый ритм жизни. Это много подавления, с которым сталкиваются дети. То есть в школе, конечно же, они делают то, чего им не хочется, как правило. И все это вызывает у них несколько чувств. Это бессилие, тревога. Они сталкиваются с бессилием, что они не могут ничего изменить. Лето точно закончится, а школа точно настанет. И тревога по поводу того, а что же будет дальше, как же сложится в школе жизнь, как же будет, буду ли я справляться, буду ли я успешен. Вот что происходит. Но дети, они же маленькие, им, наверное, еще тяжелее с этим справляться. Они что-то не осознают, что-то не понимают, все-таки
Тяжело им дается переход от режима каникул в режим? Конечно, конечно. То есть для детей это стресс, и мы говорим о том, что это такой стресс, в котором выжить вполне реально, по силам. Да? Но родители что могут делать? Помочь своим детям этот стресс пережить, то есть адаптироваться к изменениям. Да? Что будет усугублять переход из лета в осень, из каникул к началу учебного года? Но это тогда, когда родители сами нагнетают обстановку. Да? Сначала скоро будет школа, там, перестань лодырничать, начни учиться. Да? И вот там, сейчас ты возьмешь за ум, сейчас все будет по-серьезному, да? Как могут говорить родители одноклассников и первоклассников, да? Что теперь все будет по-серьезному. Что еще может происходить? Родители могут сразу же в начале сентября кинуться сразу во все секции, которые до этого были. То есть переход из лета в осень хорошо бы сделать таким более плавным. Дать сентябрь на то, чтобы ну, потихоньку въехать, да, адаптироваться к этим изменениям. Ведь мы знаем, даже у первоклассников сначала первые 2 урока, 3 урока в день, а не 5 и не 6. Да? Поэтому вот такая рекомендация родителям школьников. Не начинайте все секции сразу, не начинайте все в один момент, не начинайте все это резко. Сентябрь пусть еще будет таким временем, когда вы насладитесь бабьим летом, когда вы еще с ребенком гуляете, разговариваете по душам, да, наслаждаетесь последними уходящими солнечными днями и дарами осени. Мне вот попадалась такая информация о том, что привычка и адаптация к чему-либо, она вырабатывается у людей в течение 21 дня. Это так или нет? То есть, получается, спустя 3 недели человек, ребенок считается адаптированным уже автоматически к новым условиям, вот в частности, к учебе? Ну, такой усредненный показатель 21 день. Действительно, чтобы поменять привычку, распривычить старую привычку и запривычить новую, как правило, нам нужен 21 день. Но, может быть, тут могут быть свои нюансы. То есть, например, есть дети, которым сложнее адаптироваться к новому учебному году. Это те дети, у которых больше новизны в этом учебном году. Например, они пришли к новый класс или переехали в новую страну или в новый город, и там все по-другому. Да, в среднем все-таки адаптация занимает побольше времени. Ну, как мы говорим, на новой работе нам нужно 1,5 года, чтобы адаптироваться, почувствовать себя как на месте. На самом деле и школьникам тоже. Особенно, если мы говорим о первоклассниках, то это примерно 2-3 месяца первые, когда только-только сформируется эта привычка, привыкнуть к этим новым стенам, к этим новым детям, к педагогу, конечно же. Вот, кстати говоря, не только же первоклассники испытывают стресс. А в каких классах, по мнению психолога, еще наиболее вот остро стоит проблема адаптации? Да, действительно, адаптация, вот эта проблема, она актуальна там, где очень много новизны. Поэтому смотрите, если, например, ребенок пришел во 2-й класс, там тоже появилась новизна, там же новые оценки появились. В 1-м классе оценок не было, во 2-м классе дети знают, и идя во 2-й класс, там тоже много стресса, потому что а как же будет? А вдруг я получу ту самую нехорошую оценку, да? Особенно если ну, в этот вклад внесли вот эту тревогу родители и учителя. Конечно же, 5-й класс. Школьники, первоклассники тоже очень подвержены тревогам, потому что это изменение вообще тоже школьной жизни. Это новые педагоги по каждому предмету, это добавление новых предметов. То есть каждый, смотрите, в каком классе больше новизны. Для 9-классников и 11-классников, конечно, тоже будет стресс, потому что в конце учебного года их ждет итоговый экзамен. И по этому поводу очень много тревог, и особенно если результат экзамена как будто бы связан с их дальнейшим будущим. А на самом деле это отчасти так, но это и не до конца так. От итогового экзамена, от ЕГЭ не зависит успешность человека в его дальнейшей жизни. Поэтому большой совет родителям старшеклассников – как можно меньше говорить об итоговых экзаменах. Они и так это все знают, они слышат об этом в школе. Поддерживать ребенка тем, что верить в него, да, говорить, что ты справишься, все будет хорошо, тебе это по силам, ты точно знаешь, что я в тебя верю. Как еще родители могут принять участие в этой адаптации, если говорить, например, ну, про отношения с одноклассниками, с педагогом? В принципе, надо ли вмешиваться родителям в это во все? Могут ли они как-то ненавязчиво, возможно, ребенок даже не ощутит этой поддержки и помощи? Как тонко и грамотно
родитель может поучаствовать в этом? Я считаю, что если не только может, но и должен поучаствовать. На самом деле дети сами не наладят отношения, сами не разберутся в тех конфликтах, которые у них возникают. Они сами не подойдут к педагогу и не скажут: вы знаете, вот мне громко, вот я такой, ну, я вот боюсь, когда со мной громко разговаривают, мне бы вот помедленнее, потише. Они не способны на это. И поэтому родитель действительно в силах рассказать педагогу о своем ребенке что-то. Да, поведать, ну, буквально познакомить с педагога с ребенком, о нем что-то объяснить. И, конечно, родители могут сыграть большую созидательную роль в образовании коллектива, школьного коллектива. Потому что, конечно же, наши дети ходят в школу не только учиться. Они ходят общаться, взаимодействовать, они учатся быть в социуме. Они учатся тому, что мы разные все, да, и как-то вот 30 человек вместе, чтобы умели ужиться. Что здесь можно сделать? Ну, конечно же, помогать становлению внеклассной жизни своих учеников. То есть, ну, поучаствовать, предложить в родительском собрании, например, а давайте в театр сходим все вместе, а давайте на экскурсию сходим. А вот я слышала, что такая вот интересная у нас в городе есть экскурсия, вот такое мероприятие, давайте все вместе сходим. Да? То есть предлагать какие-то мероприятия вне школы, чтобы одноклассники могли общаться между собой в непринужденной обстановке. Это очень хорошо разряжает обстановку, и всегда можно видеть, кто как себя проявляет. И для педагога тоже это будет большое подспорье, такая помощь родителей в организации внеклассных мероприятий. Ну и, конечно же, если мы говорим об учениках первых классов, когда только-только коллектив устанавливается, хорошо бы вообще посмотреть, если ребенок с кем-то, вот у него появились дружеские отношения, уже хочется вместе, да, общаться, тогда можно остаться погулять после школы вместе, да, во дворе школьном поиграть. Можно к себе домой пригласить в гости такого ребенка. Да, и это будет прекрасным тоже таким дополняющим элементом школьной жизни, когда дети могут дружить. Тогда не захочется на уроках болтать много, потому что знают, что после уроков у них будет тоже свободное время для этого. Вот я как раз хотела уточнить, а это только в первых классах действует или все-таки в старших на протяжении всей жизни? Подростки, они же более считаются самостоятельными, оторванными от родителей. Они сами себя так позиционируют. В этом возрасте родители должны как-то принимать активное участие именно в формировании отношений в классе, в школе? Ну, для подростков уже будет это делать сложнее родителям. Для классов там, 6, 7, 8, я думаю, что, конечно же, могут такие меры предпринимать. Хороши будут для подростков поездки, организовывать поездки, походы с классом вместе, такие сплочающие мероприятия, они тоже будут очень уместны. Ну, конечно, основное закладывается в начальной школе. Дружба школьников закладывается в начале. И чем более открытый родитель сам к общению с другими родителями, да, вот к этим контактам, тем легче своим детям, да, будет. Потому что они будут считывать такой бессознательный сигнал. Ну, все безопасно, мне можно здесь общаться, здесь, ну, благополучная среда, я могу ослабить свой контроль и свою тревогу. Для подростков еще хорошо будет, ну, такое, наверное, повышение уровня эмоционального интеллекта подростков, когда мы можем разговаривать: а почему тебе вот этот ребенок больше, ну, вот этот ученик больше нравится, чему он тебе интересен, да, что ты о нем, вот, что тебя в нем привлекло, да, а правда ли, что встречают по одежке, а ты вот сам смотришь, а вот для тебя имеет значение вот модель телефона или в том, как одет, а что еще имеет для тебя значение. То есть такие вот разговоры, ну, действительно по душам. Да, такие уже глубже, чем просто про игры. Что делать, если адаптация не произошла? Как это понять? Спустя какое время это становится очевидно? Ну, первые месяцы пока еще есть новизны много для начальных, для, ну, первоклассников. Можно понять это спустя месяца 2-3, да, когда ребенок говорит: я не хочу в школу, мне там плохо, там как тюрьма. Там плохо все. Да, когда начинает ребенок болеть. Обследуют, живот в порядке, но перед школой живот болит. Голова, все в порядке, сосуды, да, все в порядке, но перед школой болит голова. Это сигнал к тому, что что-то пошло не так. И это не сигнал к тому, что надо сразу уходить, или что теперь нам не подходит школа, нужно менять другую школу, надо идти в онлайн-школу. Нет, конечно, дело не в этом, а в том, чтобы понять, что конкретно пошло не так. С чем вот именно вашему ребенку сложно справиться? С режимом. Ему сложно с педагогом, ему сложно встроиться вот в этот распорядок дня. Может быть, ему не подходит вторая смена, такое тоже бывает. Может быть, есть проблема в коллективе с одноклассниками, ребенок чувствует себя одиноким. Да. Или наоборот, есть какая-то
против него активность, да, какая-то, что называется сейчас травля или буллинг. То есть об этом на всем стоит узнавать, прояснять ситуацию. И, в общем-то, как правило, адаптация проходит успешно. То есть это редкие случаи. Но о них просто стоит знать, чтобы быть готовым. Все-таки еще хотелось несколько слов про, насколько это важно, фигура педагога для ребенка и, собственно, атмосфера, коллектив в классе, mm-hmm. чтобы именно произошла адаптация, чтобы все было дружно, и дальше все вместе познавали этот мир, учились. Mm-hmm. Фигура педагога действительно важна, она наиболее важная у младших классов, потому что это тот возраст, когда раньше мы учились только у родителей. А теперь мы выходим в социум, и появляется еще один значимый взрослый. И вот от привязанности к этому значимому взрослому, от симпатии, от их взаимопонимания очень много зависит. Потому что учиться у человека, который тебе, ну, как минимум, опасен для тебя, который на тебя может накричать, унизить, повысить голос и, ну, что-то такое сделать небезопасное, учиться у него сложно. Для учебной деятельности тогда не будет сформирована самая базовая, да, самая базовая потребность, потребность в безопасности. Ну и, конечно, просто приятно учиться у людей, которые нам нравятся, с которыми у нас хорошие отношения, которые нас могут похвалить, которые нам могут рассказать, ну, как-то индивидуально, глядя в глаза. Да? Ну или, по крайней мере, которым не безразлично, поняли мы или нет. Поэтому, ну, правда, очень важна фигура педагога, и стоит выбирать. Это, пожалуй, самое важное. Это не тетрадки, не рюкзак, в котором ребенок пойдет в школу, а к кому он пойдет, с кем он эти отношения будет строить, да, с кем, кто это будет. Ну, то есть это на этапе подготовки, да? Желательно все-таки, да, на этапе подготовки в школу ходить и родителю, конечно же, узнавать, собирать справки, кто нам, да. Лучший способ – это подойти к школе и поговорить с мамочками, которые ждут своих учеников начальной школы, и узнать, а как вам вот эта учительница, как вам вот эта учительница, расскажите что-то. Ну, или тех знакомых, которые учатся в школе, чтобы, ну, подготовить, правда, подготовиться и знать, а кто же будет этот человек. Потому что ваш ребенок будет видеть его, ну, каждый день, может быть, даже больше, чем он будет видеть вас. Потому что 5 уроков, да, это зачастую больше, чем наши дети видят нас вечером после работы. И важно, чтобы это был человек, с которым ему хотелось идти по этой дороге знаний. Мы уже затронули тему тревоги, тревожности у детей. Mm-hmm. Какие еще бывают признаки, на что родителям обратить внимание, что вот этой красной лампочкой для них должно служить, что какие-то проблемы есть? Mm-hmm. Но помимо психосоматических симптомов, когда действительно болит живот, дети жалуются на голову, просто не хочу в школу, такие моменты, то это может участиться, может расстроиться аппетит. Допустим, ребенок хочет очень много есть, постоянно ест, как будто бы заедает какие-то переживания свои. Или наоборот, пропадает аппетит. Или расстраивается сон, ребенок не хочет, ну, не может заснуть, мучается, да, какие-то кошмары могут сниться. Когда ощущается такая разбитость по утрам, никуда не хочу вставать, не хочу. Частые болезни. Простудные болезни тоже будут сигнализировать о том, что, ну, что-то там в жизненной энергии происходит. Когда тревожность повышается, мы можем это обнаружить, когда мы видим, допустим, что ребенок, например, придумывает себе какие-то ритуалы. Например, наступает на трещинки. Или наоборот, я не буду наступать на трещинки на асфальте. Или ни в коем случае не наступлю по лужам, в лужу. Или я встану вот с этой ноги, а если я встал с другой ноги, или я не взял с собой любимую игрушку в школу, то что-то произойдет плохое. То есть какая-то какая-то ритуализированная деятельность и большие переживания, когда этот ритуал нарушен. Вот об этом стоит тоже родителям подумать, да, на это стоит обратить внимание. И зачастую в такие моменты стоит уже обратиться на консультацию к психологу. То есть самим с этим не оставлять ребенка. До консультации с психологом есть ли какие-то другие способы, меры, которые родители могут предпринять, чтобы успокоить, сгладить и, может быть, чтобы прекратилось все это? Конечно, могут. В первую очередь, это, конечно, беседа, то есть разговор с ребенком вообще по душам. А что такое? Чего ты боишься? О чем ты переживаешь? Про что твое волнение? А и для каждого ребенка это будет про что-то свое. У кого-то про оценки, у кого-то про взаимоотношения с кем-то, да, у кого-то что-то еще. Стоит про это поговорить. Есть такое золотое правило психологии: страх лечится информацией.
да? И стоит поговорить о какой-то вот новизне, если ребенок переживает, допустим, а что его там будет ждать за углом, а как у него будет дальше складываться, а вдруг я не буду успешной. Вот проговорить вот эти тоже страхи. Мы тебя все равно будем любить. Ты наш все равно самый лучший ребенок, мы с тобой будем за тебя. Да. И мы тебе во всем поможем, мы сможем тебе помочь. Мы точно, мы взрослые, мы справимся, мы точно найдем те слова и те знания того там, репетитора, чтобы можно было тебе помочь. И я разберусь там, с твоими сложностями, если они возникнут. Это уместно для младших школьников совершенно точно. Подростки вряд ли с этим обратятся, а для младших школьников это будет большим подспорьем, когда они понимают, что сзади меня надежный тыл. И в случае какой-то проблемы я могу просто прийти с разговором, просто могу обо всем поговорить. И здесь родителям важно больше слушать, нежели говорить. Дайте ребенку выговорить все. Когда он выговаривает, когда он даже просто проговаривает, ему уже становится лучше. Он уже этим переживанием, ну, как будто бы они из него выходят наружу. Да? То есть еще одно золотое правило психологии. Если мы переживание разделяем с кем-то, то оно становится меньше. Это переживание уменьшается, негативное переживание. А вот если мы радостью с кем-то делимся, то мы как будто бы эта радость становится больше, мы ее умножаем в пространстве. Поэтому первое, что это стоит, конечно, поговорить с ребенком по душам. Что же такое происходит, о чем он волнуется, про что его тревога. То есть, получается, родитель должен быть тонким психологом, да? Видеть своего ребенка, разговаривать с ним. Это тоже совет такая, да, рекомендация? Родитель, наверное, родитель не должен быть психологом, он скорее просто стоит чувствовать, да, быть более чутким к своим детям, отказаться от своих ожиданий, от того, как вот всякие представления, как же должно быть, что он идет в школу, и сразу у него там отношения налаживаются, и сразу ему все нравится, и вообще учиться ему нравится. Да, понимать, что этот другой человек отдельный, у него может быть как-то по-другому. Он может не ужиться в этом коллективе. Ему, может быть, чем-то нужна помощь. То есть больше просто чуткости какой-то, внимательности к своим собственным детям. У нас совсем немного времени осталось. Мария, давайте вот еще кратко затронем вопрос ожиданий родителей. А что же делать, если ребенок говорит, я не хочу учиться, мне не пригодится в жизни химия, английский язык, я не буду это учить. Как мотивировать, как объяснить, что это все-таки важно и нужно? Это очень такой сложный вопрос, на который ответить коротко, но я постараюсь на него ответить коротко. Детям важно видеть, что это знание востребовано, что оно, его можно применить. Это касается и младших школьников, и средней школы. Зачем мне эта химия, если я не вижу, как мои родители занимаются химией, они не химики, это им не приносит никакой, никакой материальной выгоды. Зачем тогда мне химия? И тогда мы говорим о том, что это, ну, есть некое общее развитие, есть некий общий базовый уровень знаний, который все могут проходить. И здесь важно понять чувство ребенка, его сопротивление. Ну да, ты думаешь, что может тебе не пригодиться, может быть, действительно не пригодится. Ну, я понимаю тебя, я тоже не любила физику, и мне тоже она не пригодилась никогда. А еще я математику не любила, и сейчас по калькулятору все считаю. И это нормально. Но есть вот в школе у нас такой вот базовый набор предметов, и его важно изучить. И, конечно, создавать те условия, где ребенок может на самом деле эти знания применить. Если это химия, купите набор химика и вместе что-то сделайте, какую-то лабораторную. Это может быть очень интересно. Сейчас в интернете можно много найти всяких химических фокусов, как окрасить цвета, как разделить воду и масло. Это сродни чуду, когда не знаешь, как это. То есть этим можно ребенка заражать. Но это тоже, конечно, требует такой включенности родителей, внимания. Ну, давайте напоследок дадим родителям практический совет. Может быть, не практический, может быть, что, как справиться с началом учебного года. Так подведем такую небольшую черту, итог сегодняшней беседы. Знаете, есть такая хорошая практика, которая пришла к нам из глубины лет. Наши прародители еще о ней знали, и вот как-то в современности она подзабылась. Эта практика называется родительское благословение. Когда мы своим намерением, своим настроем и своим таким импульсом даем ребенку, как будто открываем ему хорошую дорогу, гладкую дорогу к знаниям. Это такое немножко ритуальное действие, да, но оно имеет большое значение. Когда мы говорим, я тебя благословляю, я в тебя верю, пусть у тебя все будет хорошо, я верю, что ты с этим справишься, а если не справишься, то я всегда буду рядом и смогу тебе помочь. Благословляйте своих детей, и не обязательно делать 1 сентября, это можно сделать перед каким-то значимым событием, перед экзаменом или вообще в день свадьбы. Это всегда будет
уместно, кстати, и это такой очень сильный поддерживающий заряд будет для ваших детей. Мария, спасибо большое за интересную беседу. Какая все-таки сложная, важная и актуальная эта тема – родительско-детские отношения. Вы смотрели программу «Разговор по душам». Ищите наши выпуски на страничке телеканала «Самара ГИС» ВКонтакте. Сегодня с нами была психолог, специалист по родительско-детским отношениям, системный расстановщик Мария Серебрякова. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч. И помните, если вы о чем-то переживаете, мы обязательно поговорим об этом по душам.